Всем привет, меня зовут Игоза, и мы с Соней и еще с ребятками на море. Мы психанули и поехали далеко, ну относительно далеко. Это поселок Новофедоровка, он находится между Береговым и Саками, ближе к Сакам. Соня довольная как слон, просто посмотрите. Все, надо ей трогать. Море увидела вообще. С ума сошла. Вот, здесь недалеко до Сак. Ну, а там уже и до Евпатории. Километров, наверное, 25 отсюда. Вот. Здесь огромный пирс. Большая вот такая площадка. Машины сюда не пускают, на вот эту площадку. Ну и правильно делают. А вот там тачки стоят. Мы идем посмотреть нашу машину, чтобы все было very good, very well. И заодно походим здесь с Софией Егоровной, посмотрим на всякие вот такие вот штуки. И потом пойдем покажем вам море и огромный большой пирс. Большого корабля. Мы с Соней решили сюда зайти, пока оно еще строится, и посмотрим сейчас, что здесь интересного. Смотрите, какая площадка. Здесь, наверное, сцена будет. Вот. А там бары и все остальное. Вон стойки под второй этаж, защитные. Там будет тоже, наверное, много столов и разных стульев с видом на море. Но в этом году, походу, это все закрыто и ничего не откроется. Вот. Дети довольные, орут. Море! Море! Не помню я себя в таком возрасте. Кричал ли я так? Море! Был рад или нет? Вот. Но... вот такой корабль. Диско-корабль. Названия у него еще пока нету. Но в следующем году приедем, посмотрим, что за корабль. Остановились с Соней возле детского батута. Вон детки прыгают, смотрите. Но детки уже повзрослее, а мы не можем еще, да, Соня? Мы попозже будем прыгать, мы пока только смотрим.
уже бегаю, скоро и ты будешь бегать. Мы уже, в принципе, почти ходим, но скоро будем и бегать. Вот. Так что, вот такой батут. Скоро тебя ждет, дочь. Нравится тебе? Дальше идем. Мы уже на подходе к большому длинному пирсу и пойдем прям в море. Пойдем? Пойдем.